Здравствуйте, в эфире информационный выпуск на канале ЛДПР ТВ, в студии Ксения Каста и о главных событиях к этому часу. Сегодня в России отмечают один из самых главных национальных праздников – День народного единства. Такое название он получил в 2005 году. А учрежден праздник в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Владимир Жириновский заявил, что согласно сегодняшнему положению дел, Европа совершенно не учится на исторических ошибках. День народного единства. Надо этот день отмечать, потому что это день, когда мы действительно, благодаря единству наших предков 300 лет назад, отстояли независимость от кого? От поляков, от Европы. А сегодня что происходит? Сегодня Польша, Литва, Латвия, там Чехия объединяются, воссоздают большой такой союз малых стран Восточной Европы. Против кого? Против нас, России. Понимаете, что 300 лет назад наши предки уже бились с ними. И с немцами, и с поляками, и с венграми, и с финнами. Вот сегодня опять Варшава пытается объединить несколько стран против России. Глава Республики Алтай Олег Харахордин заразился коронавирусом. По словам чиновника, заболевание проходит бессимптомно. Он чувствует себя удовлетворительно и планирует продолжать работать дистанционно. Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что 90% заболевших на отдыхе россиян вернулись из Турции. Владимир Жириновский полагает, что хромающая в России гражданская дисциплина не дала возможности побороть пандемию. Пандемию COVID мы побороли уже практически. Если бы не катались по заграницам в той же Турции и меньше бы шлялись по барам, по ресторанам, сегодня мы были бы самые здоровые. Но если мы сняли преждевременно карантин, я еще хотел в прессу дать информацию, что преждевременно снимаете. Но ведь люди недовольны карантином. Скажут, вот Жириновский хочет, чтобы мы сидели на карантине. Ну, лежите на кровати. Сколько людей уже умирает. Морги переполнены. Не буду называть города и области. Поэтому надо соблюдать карантин. И пугать никого не надо. Франция справится. Бесполезен. Почему бесполезен? Ну, доктора Мясникова вы слушали? Ну, он не прав. Я уже говорил. Он не прав. И сейчас, по-моему, издали распоряжение уже. Распоряжение издали. Вот. Минздрав разослал врачам указания согласовывать любые комментарии в СМИ о COVID-19. Никаких разговоров, что маски не помогают, там перчатки не надо, лекарства не помогают. Это люди, больные тщеславием. Им хочется, чтобы о них говорили. Распоряжение издали. Вот. Минздрав разослал врачам указания согласовывать любые комментарии в СМИ о COVID-19. Никаких разговоров, что маски не помогают, там перчатки не надо, лекарства не помогают. Это люди, больные тщеславием. Им хочется, чтобы о них говорили. А у нас в России Минздрав запретил давать комментарии про пандемию этого коронавируса. Все, и выполнять давайте. Вот карантин ввели, давайте выполнять. Не надо брать пример. А вот там можно, а у нас нельзя. Да, у нас нельзя, а там можно. У кого-то Колым дают за невесту, а у нас приданое дают. 20 служебных автомобилей из автопарка администрации Владимирской области переданы в помощь медикам. На этих машинах участковые терапевты и педиатры смогут ездить к коронавирусным пациентам, которые лечатся на дому. В настоящее время у областной службы скорой помощи очень высокая нагрузка. Из-за нехватки транспорта врачам часто приходится добираться до больных пешком. На последнем заседании штаба по борьбе с распространением ковида на территории Владимирской области директор департамента здравоохранения Елена Дмитриевна Утемова сказала о том, что участковым терапевтам необходим автотранспорт. Кроме этого, автотранспорт необходим для увеличения вакцинации от гриппа жителей Владимирской области. Это делается для удобства пациентов, потому что люди с повышенной температурой, с затруднением дыхания, гораздо эффективнее оказать медицинскую помощь на дому. Кроме этого, сотрудникам медицинских учреждений для того, чтобы посетить больного, крайне неудобно по времени, по затратам перемещаться пешком или на общественном транспорте.
Поэтому мной было принято решение о выделении 20 автомобилей из гаража Белого дома в поддержку медицинских организаций Владимирской области. Это мы делаем для того, чтобы повысить доступность и удобство как для пациентов, так и для врачей, экономя время и силы, и самое главное, думая о безопасности и о здоровье жителей Владимирской области. Оформить дальневосточный гектар в пользование в скором времени можно будет рядом с Хабаровском. Врегубернатор региона Михаил Дегтярев заявил, что распорядился открыть буферную зону вокруг краевого центра. Также он рассказал о поправке в закон, которая позволит обменять непригодную для ведения хозяйства землю. Ну, вокруг Комсомольска на Амуре мы уже 2 года назад буферную зону 10-километровую открыли. Сейчас подобное поручение мной дано по буферной зоне вокруг Хабаровска. Не вижу препятствий давать людям дальневосточный гектар здесь, вокруг краевого центра. Ну, кроме того, вы знаете, что Миндаль сейчас ведет работу по подготовке поправок в закон о дальневосточном гектаре, дабы не дать людям возможность обменять землю. Потому что многие получили, конечно, непригодную для ведения хозяйства, без коммуникаций, землю. Поэтому, как только Минвосток развития у нас этот вопрос согласует, мы выйдем в нашу Краевую Думу с предложением по внесению изменений в Краевой закон и открытию территории. Повторяю, это поручение я уже дал, но перед этим обязательно обсудим с народом. Потому что любой законопроект такой чувствительный, нужно обсуждать с людьми. Вот такой план. Мошенничество, рожденное в эпоху пандемии. Как только россияне массово перешли на заказ товаров через интернет, словно грибы после дождя расплодились сайты-двойники известных брендов. Оформление точь-в-точь, как у родного портала, только с фантастическими скидками и привлекательными предложениями. Кто не заподозрил подвох, оказался на крючке мошенников и лишился своих денег. Как распознать интернет-фальшивку в материале наших корреспондентов. Участились случаи, когда мошенники стали создавать большое количество сайтов-двойников известных брендов с использованием, так сказать, словосочетания off, там какой-то сайт, бренд и -off. Некоторые могут подумать, что это подтверждает официальность этого сайта, доменной зоне ru, и могут воспринять этот сайт как сайт, где можно что-то приобрести. Мы хотим обратиться к нашим гражданам, ко всем нашим избирателям от лица ЛДПР. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Очень внимательно проверяйте эти сайты. Потому что если вы попадаете на такой сайт, то с огромной долей вероятности это сайт-двойник, это мошеннический сайт. И в случае, если вы введете там свои данные карты, попытаетесь совершить покупку, вас обязательно обманут, эти деньги будут списаны с карты, и вам никакой товар не придет. Брендовые товары за полцены, розыгрыши, обещающие щедрые призы, атаки так называемых скам-ресурсов, когда через мошеннические рассылки и объявления обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в голосовании. Все это предлагают фейковые сайты. В период пандемии количество сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в 2 раза с 10 до 15 миллионов. Продажа игрушек для животных, которые очень дорогие, это вот всякие шарики, которые ездят, развлекают животных. И фейковые сайты продают их за заведомо низкую стоимость. Я, честно говоря, не помню, как такие сайты называются. Вот. И ниже раз в 5 эти сайты, это стоимость этих игрушек. Вот. Но по факту они и рекламируют, что они привезут все точности, но там есть маленькая звездочка, что привозят какую-нибудь там, какой-нибудь шарик. То есть, по сути, за эту стоимость люди платят дороже, чем этот шарик стоит, и ожидают получить гораздо больше, чем по факту они получают. То, что блогеры, там, опять же, смс, там какая-то сумма выигрыша и отправка денег. И много-много-много раз это было. Предложили занять денег. Да, что в течение 50 дней, да, можно будет без процентов там
Ну, я, конечно, не послушала, сразу отключила. Интервью берут там, все такое прочее, за деньги типа того. Вот. Допустим, если проходишь там вопрос, они предлагают тебе номер банковской карты скинуть, то есть такое прочее. Тут уже сразу понятно, естественно, что это мошенничество. Но я знаю, просто знакомые у меня попадались на это, у них деньги с карты уходили. А пытались взломать карту под видом Сбербанка. Фейковые сайты имеют идентичный дизайн с оригиналом. Разница может быть лишь в названии домена, где добавляются дополнительные буквы. Настоящий от фальшивого фейкового сайта можно определить по названию в адресной строке. Допустим, если Сбербанк, то в названии не должно быть находиться никаких дополнительных лишних букв. Также есть программа, которая блокирует разнообразные мошеннические сайты. Мошенники копируют все, от сайтов коммерческих магазинов до государственных служб. Мы нашли один из таких и позвонили. Алло, здравствуйте, горячая линия по обращению граждан. Меня зовут Анна Николаевна, как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Скажите, пожалуйста, а куда мы попали? Что это горячая линия по обращению граждан государственной структуры. Какое у вас обращение, куда? Ну, у нас по защите прав потребителей, ну, просто непонятно, горячая линия государственной структуры, но непосредственно вы к какому государственному органу относитесь? У нас горячая линия по обращению граждан государственной структуры. Это в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в трудовую инспекцию. По жилищным вопросам. Настойчиво пытаемся узнать, кем организована линия, а лжегосударственный служащий теряет терпение. Девушка, вам нужна помощь или мне нужно говорить свои данные? Может быть, мне еще паспортные данные вам продиктовать? Нет, ваши данные я ни в коем случае не спрашиваю, я просто хочу... Если все-таки с вами случилась подобная неприятность, незамедлительно обращайтесь в Роскомнадзор и прокуратуру. Они точно знают, какие жесткие меры принять в отношении мошенников. И будьте бдительны, бесплатный сыр, мы знаем, бывает только в мышеловке. В эти минуты на территории Института мировых цивилизаций проходит праздничный митинг, посвященный Дню народного единства. Подробности в ближайшем выпуске. У меня к этому часу все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы можете смотреть в режиме онлайн в Ютубе. С праздником! До свидания!